30 лет назад, 15 февраля, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В честь данного события сегодня в ДДЮТ состоялось торжественное мероприятие. В стенах Дворца детского и юношеского творчества состоялась концертная программа, посвященная годовщине вывода советских войск из Афганистана. Открыли мероприятие гимном Донецкой Народной Республики и торжественными словами. Для всех вас Афган – это эпоха, до и после. После этой войны у вас появились друзья, у вас появилось общество, которое будет с вами навсегда. Вы встречаетесь, общаетесь, помогаете друг другу. Это дорогого стоит. Примите искренние слова благодарности и, конечно же, пожелания крепчайшего здоровья и мирного неба в нашем краю. За активную жизненную позицию и в связи с 30-летней годовщиной вывода советских войск из Афганистана ветераны войны были награждены грамотами от администрации города и благодарностями от Народного совета ДНР. Афган – это 9 лет похорона, 9 лет того, чего мы шепотом говорили. Ведь письма были с Афганистана. Все хорошо, мама. Все отлично. Служба проходит нормально. Такое было время. Но вместе с тем, наряду трагических событий, в Афгане получилось сплочение, дружба афганцев самих, взаимовыручка. Вот это самое качество и сейчас повлияло в нашей жизни. Несмотря на все ужасы афганской войны, ветераны смогли начать новую жизнь, посвятив себя воспитанию молодого поколения. Молодое поколение подрастает, оно знает, на кого ему равняться, как поступать. В мужчине они воспитывают мужские качества, защитника Отечества. Сегодня для ветеранов афганской войны и всех, кто помнит и чтит память погибших, выступили творческие коллективы нашего города. Афганская война принесла немало горя и боли во многие семьи. Эти события навсегда останутся в сердцах ветеранов, их потомков, в наших сердцах. Мы до сих пор помним этот великий поступок. Никто не забыт и ничто не забыто. День вывода войск из Афганистана – это знаменательная дата в истории Советского Союза. Каждый житель нашей республики чтит тех, кто не вернулся с поля боя, и благодарен тем, кто выжил, сражаясь за справедливость, государство, народ. Анна Соломатина, Илья Рогозный, 6 ТВ.